20 века в военных лабораториях первого Айсмарта был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим свое время. Для того, чтобы испытать танк и при этом раньше времени не разрушить Европу, он был заброшен в Центральную Африку для порабощения непокорных зусулов. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены, а танки забыли. Тем не менее, его бесстрашный экипаж в составе командира майора обороны фон Швальского 12-го, наводчика Ганса Шмульке и простых солдат Дранкеля и Шранкеля не забыли о своей великой миссии и готовы были до конца выполнить свой долг. В аналах истории этот секретный проект остался под названием «Железный капут». Шмулька! Черт возьми, болван! Так точно, хер-майор! Что вы делаете? Я доделываю пушку, хер-майор! Так, Шмулька! Вызовите сюда этих недоделанных болванов! Я их буду доделывать! Хер-майор, а можно я их вызову по-зусульски? Валяйте, Шмульки, валяйте. Да-да. Браво, Шмульки, браво. Дранкель и Шранкель. Зусулы! Зусулы, не стреляйте! Не стреляйте, мы сдаемся! Флаг? Предатели, кретины, идиоты! Никак нет, гермайор, это ваши портянки. Мы их постирали. А почему они на палках? Сушим. Сушим, гермайор, да. Молодцы! А почему они не отжаты? Виноваты, гермайор, виноваты, гермайор! 40 отжиманий, болваны! Майор. Пожалуйста. Отлично. Шмульке, вызовите ко мне Дранкеля и Жранкеля. Быстро. Так точно, хер-майор. Я, Шмульке, я вызываю Дранкеля и Жранкеля наверх. Как слышно? Как меня слышно? Я Шмульки, я вызываю Дранкеля и Шранкеля наверх. Как слышно? Как меня слышно? Как меня слышно? Так точно, хер-майор. Ага. Жранкель, как слышно, Шмульки? Плохо слышно. Может быть, люк оставить открытым? Наденьте наушники, болван! Идите к себе, сейчас Шмульке будет вызывать вас ко мне. Так точно, гермайор.
Я Шмульке. Я вызываю дранкеля и жранкеля наверх, как слышно. Я Шмульке. Я Шмульке. Я вызываю дранкеля и жранкеля наверх. Так точно, герр майор. Ага. Шранкель. А где дранкель? Шранкель. Вы меня слышите? Шранкель. Вы меня слышите? Ничего не слышу, херр майор. Я же в наушниках. Черт возьми, Шмулька. Немедленно снимите наушники, болван. Немедленно снимите наушники, я говорю. Болван. Я спрашиваю, где дранкель? Где дранкель, я спрашиваю. Вы меня слышите, болван? Нет, не слышу, херр майор. Почему? Я же без наушников, херр майор. Тогда оденьте их, болван. Так точно. Шмулька, Шмулька, передайте дранкелю, чтобы он немедленно явился ко мне. Я вас не слышу, херр майор. Почему? Потому что я в наушниках. К чертовой матери ваше радио!